гламурный цвет. Цвет прикольный, я вам скажу. Проверим на кроссовках, осадится цвет или нет, смотрите. Вот специально прям намажем, вот где белая. Кстати, я уже измазался, пока бегал. Народ, всем здорово! Осень настала, холодно стало. Сразу вспоминаются слова из песни из одной знаменитой такой группы. Кто помнит, напишите в комментарии. Так вот, пора дождей и грязи, надо чаще мыть машину. Сейчас еду в город Зойск, там открылась новая мойка. Ну, не прям вчера открылась, недавно открылась. Лейка называется. Лейка – это сеть автомоек в России, но единственный филиал, первый филиал открылся в Германии, который находится от меня в городе Зойск всего лишь 30 километров. Я уже много наслышан об этой мойке, что очень хорошая у них там пена, которая хорошо моет машину. Поедем, проверим. Она называется Grass Active Magic, которую импортируют из России. Ребята тоже также с этой мойки пригласили меня к ним. Едем, посмотрим на собственной машине, проэкспериментируем. Выбрал я себе в навигаторе наикратчайший путь. Еду сейчас по проселочным дорогам. Сегодня суббота. Поехал я один, всех дома оставил. Смотрите, конец октября. Травка зеленая. Снега у нас еще нету, ну, возможно, выпадет. Но зато дождь с грязью нам обеспечены, это 100%. Хотя, если честно сказать, как таковой грязи в Германии нету, но тем не менее машины мараются, мыть их надо. Особенно, если вы едете вот по таким проселочным дорогам, видите здесь отпечатки от тракторов, когда они выезжают со своей территории, периодически дорогу марают. Естественно, пройдет дождь, и вся эта грязь будет у вас на машине. Когда едешь по проселочной дороге, без конца встречаются такие маленькие деревушки, где практически только живут одни фермера. Смотрите. Заодно, думаю, вам покажу. Вот тут яйца продают, овощи, фрукты. А в свободное время, если оно у них есть, они орошают, удобряют, пашут. И что они только не делают с этими полями. Ни одного свободного клочка нету. Все в деле. Обратите внимание, конец октября, а еще рапс желтого цвета. Не высох даже. Итак, друзья, мы уже в городе Зойск, уже почти на месте. Вот ориентир, заправка Jet и Макдональдс спереди. Как раз там находится мойка. Вот я уже на месте, вон та мойка. Так, кто-то мне там сзади сигналит. Нервно я заехал, пока мест на Макдональдс. Хотел взять кофе. Ну ладно. Не буду мешать людям. Поеду сразу туда, куда надо. Заезжаем на лейку. Она как раз находится на территории, можно сказать, заправки Jet. Вот люди моют. Я на месте, ребята. Сразу заедем в четвертый бокс. Здесь абсолютно вся русская техника и русская химия. Ребята, машину загнал. Собственно, вот хозяин, его зовут Валера. Он держит эту мойку с какого месяца? С апреля, да? С апреля. Апрель мы открыли. И ну, до апреля сейчас, конечно, полно сюда. Постоянно. Полно. Как сейчас заметил, все мокро, все грязно. Короче, с утра до вечера мучают мойки хорошо. Ну, а почему цвет у нее такой интересный? Это, короче, цвет с таким цветом, он если на штаны что попадает, там ничего не остается. Также ботинки, в воду попало, ну, водой смыл, все, ничего нет, да, больше. Короче, обалденная штука, и сейчас в Германии очень начали много ее продавать, закупают конкретно. Но это изготовитель России, да? Да. Полностью с России привозим сюда, так же, как и всю эту лейку, всю технику привезли с России сюда и поставили.
И сейчас на дальше, ну как на Дане, хотим тоже их продавать. Можем продавать, можем устанавливать. Сейчас уже 4 клиента есть, тоже хотят Лейка. Падеборн, кстати, будет, наверное, скоро. Потом Франкфурт ам Майн, Кайзерслаутерн. Ну вот так, потихоньку вообще. Ну, очень заманчивый такой цвет, гламурный, я бы сказал, у этой пенки. На машине вообще смотрится конкретно такой этот цвет. Я когда открыл, да, футбольную команду пригласил. Ну все, давай, приехали как этот. Напенили, давай, короче, все фотографировать. А у нас как раз корона была, нельзя рекламу делать. А тут получилось, они все трофируют, закидывают WhatsApp, Instagram. На следующий день открытие полно все. Все фотографируют, все это вообще, как это было. Но сейчас работаем над другими цветами тоже, да? Чтобы синий, оранжевый, желтый, такие зеленые, такие яркие цвета. Ну посмотрим. Если удачи, то будет скоро тоже другие цвета. Вовремя, смотри, я место занял себе. Да. Уже, видишь, последнее забрали. Вон заехала тоже. Вот постоянно заезжают, заезжают. Потом бывает вот так, что вот до самой дороги, да, машины стоят. Ну, там уже, конечно, двигаться надо побыстрее, чем. Ну, слушай, смотри, вот на заправке тоже есть, это ваши трассы. Да, она ваша. Конкуренцию большую делает или? Нет, это нет. Там щетки моют, а тут как люди, которые сами руками хотят помыть. Угу. Кто следит за лаком, они моют здесь. Да. А что насчет цен? Можешь рассказать, какие цены? Цены у нас один жетон, 1 евро. Ну, в этом жетоне ты можешь, например, например, фовеши. У нас что хорошо, давайте здесь покажу. Вот, например, у нас нигде в Германии такой техники нету, чтобы ты мог нажать на паузу. Ты, например, круг сделал, нажал на паузу, твое время стоит. У других конкурентов всех, у них начинают деньги стекать. Тебе надо сразу следующую программу. А так ты на паузу нажал, пошел, шланг убрал, взял другой шланг, нажал и пошел дальше. Угу. Если хорошо мыть, умно, можно за 4 евро помыть. И за 3 евро. А если, ну как, такой медленный тики, то можно и 8 евро оставить, да? Кто хочет сэкономить, сэкономит, кто хочет просто потрудиться подольше, тот да. Затратит больше, да? Правильно. Получается так. Да. Сейчас я буду сам испытывать. Давай, давай, буду испытывать. Давай, бойца. Смотрите, какой цвет. Вот я нанес пену. Как говорит хозяин Валера, говорит, надо минут на 3 оставить, пусть она отмокнет. Ну, прикольно. Цвет прикольный, я вам скажу. Проверим на кроссовках, остается цвет или нет, смотрите. Вот специально прям намажем, вот где белая. Кстати, я уже измазался, пока бегал. Не успел подъехать на русскую мойку, как ко мне уже потянулись русские подписчики. Сразу беру на работу оператором, пока я буду мыть, меня будут снимать. О цене мы еще не договорились, но, как говорится. Это Денис, давай, Денис. Давай, поехали, что, я буду снимать тебя? Давай. Давай. Так, Юрик пошел. Пора начинать его. Нанес сейчас я воск. Запах черешни, ребята. Реально. Моешь и получаешь удовольствие. Где вы такое видели, что сам хозяин на автомойке моет вам машину?
нанесли пену. Пену оставили 3 минуты ее, чтобы она постояла, чтобы она взялась. Потом мы сбили водой, чистой водой. Потом мы нанесли вакс. И сейчас мы после вакса сделаем астматическую воду. Дистиллированную воду, и тогда не будет никаких пятен, ни все. Да? Когда высохнет, пятен не будет, да? Она будет чистая, да. Хорошо. Боюсь вакс? Давай. Быстро, как работает вот. Ты не раздевай. Да-да. Отлично, ну машина чистая, ребята. Чистая машина. Кстати, ребята, 2 недели назад я себе поставил новую резину, и после того машину я еще не мыл. Резина мне обошлась всесезонка, усиленная такая для грузовичков, с буквой С, за 450 евро. Не успел я выехать, сразу мое место заняли. Так, что мы сейчас делать будем? В программе такие тряпки. Одна сторона для стекол, да? Чтобы, например, хочешь стекла вытирать, да? Угу. Вот прошел уже. И этой тряпкой лучше полностью стекла первым вытереть. А потом ее просто берешь на кузов. Положу на кузов, она сама втягивает воду, да? И вот так и проходит. Никакой работы, не надо тереть, ничего. Конечно, на автобусах чуть тяжелее, а вот так вообще на легковой протягиваешь раз. До литра воды втягивает, да, ты можешь ее, ну, выжал и дальше проходить, да? Слушай, Валера, вот это люди, знаешь, постоянно интересуются в Германии, типа, тяжело держать так вот свой бизнес или нет? Не, не тяжело. Не тяжело? Начать тяжело, боятся многие. А когда начнешь, уже все. Ясно. Я уже 6 лет этим занимаюсь. Да, 5 лет мойка в Хаме, и вот сейчас вот это вторая. Ну, сейчас планируем еще такие, да, открыть. Кстати, ребята, у Валеры еще есть мойка в городе Хам, там 2 полосы, это для грузовых автомобилей, и 1 полоса, да, для легковых. Так что попозже как-нибудь туда заедем, обязательно там поснимаем для вас все. А налоги как? Терпимо в Германии платить? Нормально. Нормально? Вообще не надо платить. А то многие боятся, знаешь, это, не знают, как бизнес свой начать, и говорят так и так вот. Ну, пускай обращаются. Хорошо. Кстати, оставлю в описании адрес, ну, данные, как найти, где побыть машину. Обращайтесь. У нас есть возможность тоже такие бонус-карты купить там в центральном автомате. Получаете 10% на, например, 10 евро закинул, 10% скидка, значит тебе еще 1 евро подарок. Закинул 20, 2 евро подарок, и вот так пошло. Вот с карточкой пылесос у нас тоже работает. Вот, например, засовываю карточку, он мне сейчас показывает сумму в карточке, я нажимаю, он начинает работать. Я, например, забыл полик и что-то вытащить. Нажал на паузу, время не стекает, ничего, я вытащил полик или что там надо, бутылки-то убрать, или там сидушки детские, ну все бывает, да? Убрал, нажал и пылесосишь дальше. Да. Это очень удобная функция, да. Кстати. Я такую даже, честно скажу, и не видел. Пылесос взял и побежал. Да, 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 обычно же так бегаешь, да, бегаешь. Да. Раз, нажал, все. А так пауза, да, отлично. Он стоит. Главное, карточку не забывать, а то другие любят ее забрать и пошел, да? Да, 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 понятно. Вот это вот, что у нас сейчас сам больше люди, как, хвалят себя, говорят, даже немцы подходят, говорят, вот эта пауза, говорит, вообще обалденная. Потому что многие даже ведром моют, или алюфельгу забыл. Нажал на паузу, прошел там диск, помыл, нажал дальше и моет дальше. Даже на пылесос. Отлично. И пылесосы тоже из России или нет? Тоже, да? На все. Все, что здесь деньги стоит, все из России. Полностью. Прикольно. Если шифонер открыть, там твои счетчики все на русском написано. Ну здесь уже, да, наклейки на немецкий сделали. Это переделать, а то неудобно будет. Вот так вот моют девушки машины. Гламурный цвет. Как мне сказали здесь ребята, что девушки — это самые лучшие клиенты, так как они любят этот цвет и эту пену делают от души. Ну, чем больше пены, тем больше заработок. Смотрите, даже велосипеды моют. Так, ну а сейчас, ребята, святая святых, где вся техника. Зайдем посмотрим. Где аппаратура работает. Конечно, простому обывателю здесь ничего не понятно. Ну, моторы.
пена, вернее химия, Active Foam Magic Grass. Тут вся техника в деле, и мотоциклы даже моют. Ну, в общем, ребята, потихоньку начинает дождь моросить. Результатом я доволен, машина капитально чистая. Что еще надо от чистого автомобиля? Только бери, доедь. Ну и непосредственно сама мойка вручную, плюс такой гламурный цвет, приносит удовольствие. Честно вам скажу, как-то себя чувствуешь, как будто ты на какой-то дискотеке, и у вас шаум-парти. Пенная процедура. Чуть не забыл, ребята, смотрите, никакого пятна нету, не осталось, и здесь чисто, как и было. Ни краска не остается. Jungs, ist das nicht schädlich für Fahrrad? Du hast doch Elektrofahrrad. Ja, nein, aber говорит, это не мой все равно, какая разница. Машину я помыл, результатом доволен. Желаю процветания в Германии, лейки, автомойки. И всего самого наилучшего. Приезжайте в гости. Обязательно. Давайте, пока. На чистой машине домой, что еще может быть лучше? Теперь осталось только сообразить, что будем делать мы сегодня вечером. Сегодня как-никак суббота. Все, всем спасибо за внимание, всем пока, ребята. Обязательно, кто живет в округе, приезжайте на мойку, мойте. Результат вас порадует, это вам говорю 100%. Все пятна, которые были, которые наделают даже птички на машину, отходят со свистом. Адрес будет, естественно, в описании к видео. Всем спасибо, всем пока.